Сильный мороз для жителей города не принес особых проблем. Тепло поступает в квартиры горожан бесперебойно. А вот жителям прилегающих сел сложнее. Некоторые дома отапливаются с помощью печи. И запастись дровами есть возможность далеко не у каждой семьи. В Александровке эту проблему решили благодаря взаимодействию поселковой администрации и предприятия «Зеленхоз». С наступлением сильных морозов сотрудники Александровской поселковой администрации провели обследование малообеспеченных и многодетных семей, проживающих на территории села. Как выяснилось, в некоторых семьях ситуация с отоплением была критической. При обследовании Александровки, которую мы проводим по домовые обходы, мы увидели о том, что многие семьи, которые нуждаются, начинают разбирать постепенно те деревянные строения, которые находятся на их территории. Отсюда родилась мысль, не сможет ли нам кто-то помочь обеспечить семьи, действительно нуждающиеся в дровах и имеющие печное отопление, тем топливом, которое, возможно, спасет эти семьи от того, чтобы они замерзли. Материальная помощь в виде дров была оказана 6 семьям. В их число вошли многодетные, малообеспеченные семьи и одинокие пожилые люди. У людей есть печное отопление, газ у них проведен только до плиты. Вот эти семьи были определены, и с помощью Зеленхоза, большое спасибо Вадиму Владимировичу Пегасову и заместителю городского головы Пищащи Ларисе Владимировне за оказанную помощь. Они своим транспортом после обрезки сухостоя в городе Ильичевске перевезли эти дрова людям. Люди очень благодарны, и это очень доброе дело. Я думаю, что если будет холода и будет необходимость, мы опять будем обращаться в Зеленхоз, и они нам опять не откажут. В семье Александра двое 9-месячных малышей, поэтому для него вопрос отопления дома стоит на первом месте. Я подошел, сказал, что у меня нет дров, и вот мне привезли, пускай это ветки, все, но они хоть как-то стараются помочь. У нас стало жарко, видите, дети раздетые, и очень хорошо. Я благодарен, ну, потому что сейчас дров найти это очень тяжело. Жители Ильичевской территориальной громады, которые попали в сложную ситуацию, могут рассчитывать на помощь городских властей. Для этого нужно обратиться в исполком или к своему депутату, и город поможет справиться с проблемой.